Да, а где не учится? Нет, ты сначала сделай, сделай вал. Себя помню, помню прилично. Я мечтал, где мечты? Во-первых, стоп в кафе возле дома, добродушный бармен говорил: «Вам как обычно?» А я говорил: «Да». Мне как обычно. А во-вторых, это быть гражданином мира. Не в смысле визы, конечно, а вот как Полунин, как Михаил Горбачев, как Владимир Набоков, как Федор Иванович Шаляпин. Со вторым ничего не вышло, зато с первым полный порядок, 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 полный порядок. Нахрена он мне сдался, этот порядок? А? Тратить драгоценные годы на жижу. Я и даже уже не пьянею, я просто сижу, смотрю на бармена, как он полощет стакан, как бросает бутылку вверх и ловит внизу. Профессионально. Он, наверное, в детстве, если спросит случайные тети, отвечал прямо сразу: «Как вырасту, стану барменом!»
и по части дайкири. Я уверен, я всех уберу. И вот так он решил для себя. И так и пошло. Выдающийся парень, красавец и умница, и отличный работник на собственном месте, что важно. Молодой человек, вам повторить? Повтори мне еще. Неужели настолько вот я не заметен? Я ведь тут же сижу, не ушел. Я напротив тебя, идиот. Да я, а не ты. Извини. Просто что-то такое не начал, когда надо бы было начать. Просто что-то такое не понял первым. Все чего-то откладывал. Думал, сначала прикрою тылы, если вдруг не получится после. А вот и не получилось. Ну теперь-то... Теперь-то чего? Теперь-то чего? Каждый вечер напротив бармена это я бармен. Наливай. 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 Ты все прощелкал, я все профукал. Какая глупость, какая скука, ночная скука. Под разговоры, под переливы и переборы. Тебе тридцатник, мне 38. Один не начал, другой не бросил. Давай смеяться, как все подешно. Давай напьемся, давай, конечно. Давай напьемся, давай, конечно. Давай, конечно. Один не бросил, другой не начал. За стабильность, квартира, дача. Мне 38, тебе тридцатник. Вот твой бумажник, вот мой лопатник. Вот деньги выпьем под этой елкой. Игриво ляжет роса на челке. Счастлива Федька, будь счастлив, Вовка. А женам скажем, командировка. А женам скажем, командировка. Командировка!
что, Федя, давай ты пёхом, я на мопеде, возьмем тротила, пролезем в Думу. А лучше вот что, а лучше к черту. Ты любишь рощи, посадим рощи, продам квартиру, сколотим группу, поедем в Тынду, поедем в Тынду, поедем в Тынду, поедем в Тынду. Какой же вечер сегодня звездный, хотя не поздно, еще не поздно, хотя не поздно, еще не поздно, еще не поздно. Петербургские друзья. Это группа 9 из города Москва. Привет! Привет. Что касается собак, тех, которые друзья человечество всего, и мои выходят тоже. Я не очень их люблю, в смысле я их не люблю. Мне обычный человек как-то ближе и дороже. Взять, к примеру, хоть тебя, ты обычный человек. Нету у тебя хвоста, ты красива, ты опрятна. Я, к примеру, подойду, дам сосиску на берет, разве ж ты ее возьмешь вряд ли. Как тверда моя любовь к человечеству всему, как его не полюбить, а! За науку и культуру. Шопенгауэр, Шопен и Эйнштейн, и Эйзенштейн. Что не голова, мозги, что не тулово, фигура. Но представим, что Бальмонт вдруг встречает Пикассо. И не здравствуй, не привет, а обходит энергично и буквально нос сует. Он сует буквально нос. Не могу сказать, куда, просто неприлично. Тогда сосиску, милая, без спроса. Теперь песня про настоящих мустрчин.
Если в Андреевом доме вдруг отвалится плинтус, Андрей не будет растерян, Андрей не воскликнет «Ой!» и станет искать в интернете, что делать, сломался плинтус. А он возьмет и починит. Вот он, Андрей. Вот он, Андрей, какой. Хуже Андрея, вернее, я хуже Андрея, но только по этой части. Зато я пишу стихи, и то, что их не приколотишь, стену в доме Андрея или другую стену. Не значит они, еще не значит стихи плохи. Нашему коллективу третьего дня стукнуло 20 лет. 20 лет, друзья! Спасибо! Да. И когда вот, да, когда вот, так сказать, там каждый раз, когда в Фейсбуке пишешь, там, группа 9, говорит, нравится 590, подсказывает Фейсбук. Я говорю, ну ты посмотри на эти 190-590. Это же орлы, так сказать, и львы. Про хвоста ни одного, понимаете? И это вас, конечно, касается, потому что мало ли что в Петербурге происходит в воскресенье вечером, а вы здесь, понимаете, глотаете буквально нашу московскую культуру. Извините, плохо пахну. Да. Я к тому, что 20 лет – это немалый срок, конечно, для музыкальных коллективов любой направленности, особенно вот этой. Практически, конечно, хотя вот, вот сидит Анна Левковцева. Анна Левковцева у рояля. 17 лет тоже, как это самое, как в забое практически, понимаете? Да, терпит вот это все. Вот это вот. Я же тоже там нот-то не знаю. Так вот. Сейчас будет у нас ретроспективный блок. Мы вообще вот этот трёп-то, ну, он не очень мне дается, к сожалению. Поэтому мы сейчас будем вообще, то есть одну, как из этой, как из, не то показываю, значит, как ну как что, я не знаю, как горячие не пирожки, говорят в Петербурге, да, пышки будет у нас сейчас 6 подряд. И начнем с самой буквально сугубой композиции, которая называется «Слон». А почему она так называется? Никто не помнит, потому что 20 лет – немалый срок, друзья мои, и память работает, ну, не так, как работала в 99-м. Заговорился, да? Могу еще стихи, да? Там говорить. Хорошо. Он
ходит по подам, по... подам, по дамским рукам, как приз. Он восхитительный мальчик, каприз. Позвольте зайти к вам на огонек. И что? Йок. Он нежный, он сладкий, он вспомнит украдкой между городом и деревней, между завтраком и любовью, между модерном и развалиной древней, между тобой и не тобою. Что нету слоненка в лесу у него, слоненка веселого нет. И тогда вы бросите все, мадам, и побежите покупать слона. Ведь мальчик может уйти по другим рукам, а вы, мадам, останетесь одна. Я как сантехник поутру, как голый в бане, бегу и тороплюсь, я вымуштрован вами. Похлеще белки в колесе перебираю все. Эй, чувак,
мне надо песен. Ты и без песен можешь быть чудесен. Пока ты что-то там поешь, ты вроде как еле живешь. А в этом виде мне неинтересен. Плачу пред лицом насмешницы природы. Она хохочет, принимая роды. Я как Дубровский и медведь, готов хоть завтра умереть. Пока стоят такие вот погоды. Своим катится, я для тебя купил платье, снес, прижимал к груди лямочки, все для тебя, для моей самочки. Я тебе подарю колонки с плеером, буду в жару махать на тебя веером. Платьице будешь ты симпатичная, но купим мы новые, пусть будет лишнее. Я тебя повезу по Волге на крейсере, ты удивишься, как будет весело. Я тебя накормлю рыбой копченою, шаблей, белую икрой, черною. Ты удивишься моим качеством, моя потакая твоим чудачеством. Буду ходить на руках в номере города Киева или города Гомеля. Я засолю нам патиссонов на зиму. Тебе не придется больше курить бровушки, щурить глазоньки, мозолить ноженьки, горбатить спиночку. Ты моя рыбонька, ты мое солнышко, зайчик мой серенький, мишка на севере, халва в шоколадике, ослик мой маленький, пупсик-пупсеночек, ослик-осленочек, Москва златоглавая, красная шапочка.
провода бегут от фонаря к фонарю, от столицы к столице, где день, а полярная ночь ждут. Оторвись от окна, погляди-ка на бицепсы, на мои упругие, как луна над забором бунтем. Я уж молчу про умище, но нет, ты вся в фонарях, ты вся в проводах, и ветре, который по проводам так упоительно свищет. Или, допустим, в метро, или нет, допустим, в гостях. Или вот я сижу на самотечном бульваре, и где-то левей шесть голубей на проводах тоже сидят, и каждой твари по паре. Оторвись же от них, какое нам дело до них? Их клювы тупы и глазки глупы. Я уж молчу про умище, но нет, ты вся в голубях, ты вся в проводах, и ветре, который по проводам так упоительно свищет. Естественно, эго мое выпирает, как кран. Харизма моя убедительная, как плакучая ива, как верно заметил один грубиян. И над Косино заставили моста, что в переводе не больно красиво, но я не ропщу, я только немного грущу. А ты вся в проводах, ты вся в проводах, и ветре, который по проводам. Мне даже любопытно знать, когда ты явишься опять, иметь сомнения меня насчет. Я говорю, закрыв глаза, я говорю, взяв руку за таких, как ты, моя лаве напересчет. Моя порушилась система, полетели все конфиги. Я буду помнить эти миги, как последний идиот. Два пальца вверх, моя роса, моя печальная роса.
краса. Мой там наукой ангел никогда не врет. В тумане проще видеть сны, и вот в тумане до весны тянули звучные дни. Теперь ура! Я в отпуску, я как в кино, плевал я на останки ног. Сегодня ровно в полдень мне нужна жара. Мы будем дыхнуть прямо на пляже без одежды, если даже как сажа будут наши кожи, пусть завидует пигмей. Я говорю, закрыв глаза, я говорю, взяв руку за, что мне ни с кем и никогда, как рядом с ней. Я напридумывал всего настолько много, что его, пожалуй, хватит лет на тысячу вперед. Уже не важно, чья ты мать, с кем делишь деньги и кровать, в моей инфраструктуре все наоборот. Не важно, чем грозит суббота, я работаю до пота. Работа стоит идиота, а я тот самый идиот. Я говорю с моей лаве, я целую губы в. Мой там наукой ангел никогда не врет. Можно стать эгоистом, можно стать подлецом, авантюристом, туристом, юристом, юнцом или отцом. За щечки ямочки, за мушку над губой, за пару как бы комплиментов, как бы сказанных тобой. И я дежурю под балконом дома твоего, и бабки у подъезда считают меня за своего. Когда смешной и чистый круглый идиот стою. Стою. Я водил тебя в тюрьму.
театр, брал билеты в кино. Мы были в опере и даже в зоопарке. Но глупо даже надеяться на... И все ли равно? И все ли равно? И все ли равно? И все ли равно? Один мой друг сказал мне: слушай, я не знаю, как здесь быть. Другой икая резюмировал: забить и забыть. А третий сделал сальный взгляд, умиляясь, как похожи мы с ним. И вот он, я с беломориной трешкой в руке, говорю с продавщицей на ее языке: я должен выпить что-нибудь, чтобы выйти из этих пике. А ты же вертишь предо мной деталями одежд и сорвать их с тебя нет никаких надежд. А я водил тебя в театр, брал билеты в кино. Мы были в опере и даже в зоопарке, но глупо даже надеяться на... И все ли равно? Спасибо. Как вообще? То есть, ну, нормально, то есть. Сейчас мы исполним... Необходимо предуведомление, конечно, потому что автор этой песни жив-здоров, чего я вам, так сказать, желаю. Да. И вот он разрешил, поэтому мы исполняем. Как бы он не разрешил, так мы бы не исполняли, конечно. А так он прям так и написал. Типа, давайте. И вот даем. Эти желтые ботинки шагают быстро по асфальту. И ты опять идешь пешком. Я мимо проезжаю в чайке, и тут ты мило улыбнулась и посмотрела мне в глаза. Осенний легкий быстрый ветер застрял надолго в тормозах. Сами грезит ночь, как эти желтые ботинки бегут от чайки прочь, прочь. Бросают чайку и бегут в ночи из крокодильей кожи лодочки. И пробежать по срезинке домой, ботинки, лодочки беру с собой. Рок-чпок, 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 рок-чпок. Рок-чпок, 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 рок-чпок. Эти желтые, эти
эти желтые ботинки. Спасибо. А теперь у нас будет как бы это назвать-то, лирический блок. Не все же ржать-то все время, да? Ну хотя он такой лирический в сторону ржанья, конечно. То есть у нас мы вообще, почему мы-то? Я, да? Ну и мы в каком-то смысле. По части поржать там и пожрать, кстати, тоже. Композиция называется «У мясного». Сказала, подожди меня, Сережа, у мясного. И вот я жду. Между тем уж пол второго, как ты пойдешь по этой темноте, когда троллейбусы и те уже не ходят, одни коты. Нет, я, конечно, провожу, но надо же и встретить. Теперь стоим тут, как не знаю кто, троллейбусы, которых нет, коты и я. По этой тьме кромешной бьет ветер полами пальто. Тебе, пожалуй, было бы смешно, но ты же спишь, ведь так ты спишь, красивая. Подожду, я буду ждать тебя, не эту, но другую, и где-то в пять, когда начнет уже светать, я наконец. На твоей
квартире. Кот по кличке Шуба, хитрый, длинношерстый, спит с 7 до 3. Ты его крапила мутными слезами. Что твой новый бывший тоже пусто брёт? Гитара, чтобы петь про осень. Что такое осень? Сразу не поймешь. Пожевал без соли, проживал и бросил. Плачь теперь на шубу, шерсть ему и рожь. Звони мне, Света, расплюемся насмерть. Не вводи во грех. Чем рыдать на шубу? Лучше плюнь. Твои слезки, это просто смех. Я не устаю поражаться, не устаю поражаться, как эти голые люди в Африке придумали столько ритмичной музыки. Как китайцы придумали порох, англичане придумали футбольные сборные. Как мой товарищ Петр придумал систему, регулирующую с помощью грузиков угол наклона крышки над очком. В дачной уборной умные, интеллигентные люди, инициативные люди света покоряют моря и горы, штудируют физику, химию, пишут песни. А я сижу с телефоном в руке и вру себе, что мне интересно, как тебя бросили, Света. Тебя бросили, Света. Тебя бросили, Света. Но кроме тебя у меня никого нету. Кроме тебя у меня никого нету. Кроме тебя у меня никого нету. Тебя-то нет, а больше точно никого нету. Кроме тебя у меня никого нету. Кроме тебя у меня никого нету. Кроме тебя у меня никого нету. Тебя-то нет, а больше точно никого нету. Кроме тебя у меня никого нету. Thank you.
никого нет. Кроме тебя у меня никого нет. Кроме тебя у меня никого нету. Тебя занято больше, точно никого нету. Света, 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 Света. Когда я был мелкий, бабушка любила меня так сильно, что в порыве этого чувства даже писала стихи мне, хвалебные оды, восторженные оды про то, что я, ну, как будто подарок природы, что солнце светит ярче на меня глядя, что оно восходит-то только этого взгляда ради. И в обстановке такой вот любви, и поцелую в пупок, и в пятки, как я вырос таким мизантропом, как я вырос таким мизантропом, это просто загадка. Андрей не в восторге от группы 9. Елена не въезжает в басё для Михалыча. Весь труд Адама Смита, по меньшей мере, не то не сё. Ивановы лезут по встречке, Смирновы на красный пруд. Они не любят друг друга, но чаще ментов. А вот и менты, тут как тут, лейтенант Васильев больше всего на свете ненавидит урюк. И в этом смысле солидарен Евгений, кандидат медицинских наук, чей зять пролетарий Витя озирается в поисках кирпича, чтоб швырнуть им в Ольгу, чтоб зашвырнуть им в Ольгу, которая презирает Владимир Владимировича, Владимир Владимировича, Владимиру Владимировича, Владимиру Владимировича. Каждый раз, когда песня доходит до этого места, я думаю, что все зря. Нестерпимо хочется примотать обратно эти чертовы листики календаря и вернуться к бабушке в 1981 год, в день, когда я наконец поплыл и поеду на двухколесном. Вот-вот я кричу ей: «Ба, гляди на меня!» И она глядит на меня! Она и теперь смотрит прямо оттуда, из этого жаркого дня. И взгляд ее нежен, он нежен, я бы даже сказал, лучист. Я стою перед этим взглядом, раздавленный. Стою перед этим взглядом, раздавленный. Труба.
Спасибо, дорогие друзья. Да. Спасибо. А теперь, ну мы же широко известны в ваших узких кругах. Слушай, а у тебя нет водички какой-нибудь, кого-нибудь? Что-то я забыл свою. Дело в том, что мы же стали широко известны в узких кругах, конечно, не благодаря композиции «Бабушка» и ей подобным, а, я бы сказал, принципиально другой вообще, с принципиально другим репертуаром. Однако существует такое мнение, что вот молодое поколение, на которое мы, конечно, все должны ориентироваться, потому что это же наше будущее, ребята. Оно, конечно, знать не знает, что это за автомобиль такой, «Волга». И для них это... А я тогда отвечаю, что ну ничего, это на самом деле не про «Волгу», да? Но надо понимать, что автомобиль существует до сих пор. Я его встречаю на дорогах России. Это удивительно, удивительная машина. Песня так и называется, друзья мои. Что я могу сказать о машине «Волга»? О, это удивительная машина. Я сидел на ней месяца два, короче, недолго. Все часть по части кузов, шины, двигатель, шаровая опора. Что там еще? Лошадиные силы. Внутри нее шумно, это шум мотора. Снаружи кажется, что внутри красиво. Но это не езда. Это не езда, 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 это не езда. И это не автомобиль, я скажу точнее. Это помесь мамонта с крейсером «Аврора». Это бегемот с повадками «Пармалея». Это два месяца личного позора. Там слева ручка, я думал, это от капота. Выяснилось, что это какая-то там заслонка. Ты говорил, это машина зверь, Сережа, что ты? Это машина пельмени, машина пшенка. И это не езда, 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 это не езда. Это не езда. Мой сосед по подъезду, Миша, этажом выше. Человек интеллигентный, не отнять, не прибавить. Не курит в лифте, не засовывает свитер в брюки. Единственное «но» — сотрудник гидромедцентра. Каждым утром за ним приезжает такая вот «Волга». И Миша едет на «Волге» в центр, в гидромедцентр. Как он едет туда, я только предполагаю. Но в результате мы имеем вот такие прогнозы. Такие прогнозы, такую погоду, такие «Волги». Такой ипотечный кредит, такую «Думу». Такое радио, фильмы, футбол, магазины и прочее. Мы имеем такое вот прочее. Другой мой сосед, Ренат Тахирыч, большой любитель поговорить о своей работе. Он говорит: смотри, когда я ложу плитку, и сразу становится ясно, он ее ложит. И вот однажды сосед Ренат Тахирыч встречает интеллигентного Мишу в подъезде и говорит ему вкрадчиво: слушай, Миша, ты когда составляешь прогноз, ты в окошко смотришь? Никто, никто не желает работать! Учи, учиться никто не желает! Все заняты какими-то другими делами! И все считают себя врачами и учителями! Или вот я ведь тоже дитя застоя! Гордиться особенно нечем, ну кто я? Я тоже, как эта «Волга». Клаксон, фюзеляж, и вся недолго. Вот тут стоп, это главная загадка века. Для меня, как драндулета и человека, как это так, индивид, которому нечем гордиться, при виде себе подобных злиться.
Это не езда, 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 не езда, это 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 не езда, не езда, да, в смысле нет. И чтобы сразу. Лидия Павловна, вдова генерала, потратила годы на благоустройство и благоустроилась очень неплохо. Вдова генерала Лидия Павловна. Его звали Жоржик на старте карьеры, в расцвете карьеры Георгий Васильевич. А Лидию Павловну звали Лидия Павловна, только на старте Лидия Павловна. У них была Волга, квартира 100 метров, сын Миша отличник и дача, конечно. Георгий Васильевич вполне состоялся, была педагогом Лидия Павловна. Но школьные дети ее не любили и звали Кокарда, обидное имя. Коллеги по цеху Кокардою тоже ее называли Лидию Павловну. Георгий Васильевич на даче построил колодец и баню, парник и домище, в который бы влезла рота кавалеристов, включая животных, Лидия Павловна. А Лидия Павловна сперва возражала, мол, надо скромнее, но после привыкла, жила в этом доме и много к чему потом также привыкла. Лидия Павловна, соседи по даче ее не любили и звали Кокарда, обидное имя. Шутили над Мишей, отличником, сыном Лидии Павловны. Лидии Павловны за дом и за баню, за новые шляпки, за вежливость, то есть за тон разговора. Лидии Павловны с электриком Витей, большим прохиндеем, звали Кокардой, вернее Кокардой. Конечно, за мужа, впрочем, это не важно. Обидное имя, но прозвище обидных не замечала, будто бы вовсе Лидия Павловна, Лидия Павловна, Лидия Павловна. Георгий Васильевич внезапно и просто она растерялась. Затем перестройка, и Миша женился на профурсетке Лидия Павловна. И вот одиноко Лидия Павловна, одна в целом мире, в огромном домище при бане колодце и чертовой Волге. Одна в целом мире Лидия Павловна. Но школьные дети и злые соседи, коллеги по цеху по-прежнему рубят Кокарда, Кокарда, и делаем нету, что Лидия Павловна, Лидия Павловна. Так вот эта песня написана, чтобы коллеги по цеху, соседи по даче и школьные дети и все остальные вдруг поняли разом, что Лидия Павловна, что Лидия Павловна, вдова генерала, их выше и проще и интеллигентней ей. По барабану все эти кокарды их не замечает Лидия Павловна. Она воспарила в огромном домище при бане колодце
без Миши и внуков в полнейшем маразме. Она воспарила ей по барабану, по барабану, по барабану, по барабану. Крысы у ресторана внизу не боятся. Я зову их Арнольд и Роза. Арнольд грызун и Роза грызун. Не боятся ни голода, ни мороза. Сосуществуют в тесной холодной норе среди отбросов и мрака, и не переживают и не переживают вообще, вообще. Однако крысы провозгласили закон о жизни полной самоотдачи, как будто крысы провозгласили закон о жизни полной самоотдачи, как будто крысы провозгласили закон о жизни полной самоотдачи. Почему у людей все иначе, Василий? 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 Иначе, Василий, иначе! Спасибо. И вот так незаметно практически мы уже проиграли тут час с лишним и выходим на выдающийся во всех отношениях финал этого знаменательного концерта. Зачем
иллюзий вокруг, о такой ерунде говорим бесконечно, что бумажник не толст, что живот не упруг, что чего-то еще как-то не безупречно, даже брызги слюны, даже рот искривлен, даже, кажется, стало выше температура. От всего-то и дел, что паршивый прием в зоне отдыха нашей или в зоне культуры. А что мне прием? Я и так каждый день безо всяких приемов могу целоваться с тобою, что в карман не вложи, какие штаны не надень, пламень нашей любви завсегда поглотит на нас новое. Сказал то, что должно сказать. Моя веточка рыбка, и довольна об этом. Помолчим 5 минут или 75. Мужчина ты, даришь ли ты цветы, тащишь ли ты в кусты, и кто у тебя в друзьях? Менты, сколько раз подряд, скажи, ты сможешь отжаться? Не надо ли тебе от власти скрываться? Ведь я озабоченная продолжением рода, такая вот у нас у баб сволочная порода. Может дать тебе в руку коловороты, болты, вот тогда и поглядим, в конце концов, что за мужчина ты.
девочки, мне просто интересно, сколько выпить может мужчина, так, чтобы не треснуть. И взяли свекрови сосуд по литру крови в день, в час, в минуту. И надо ли мне выходить за этого зануду замуж? Я выходила замуж 2 раза. Я занималась домом, я содержала дикобраза. Это ужасное животное, иголки зимой и летом. И хватит уже об этом, хватит об этом! Вот ты стоишь с отверткой, исполненной крутоты. Если б мама твоя увидала тебя, она бы гордилась, как вырос ты. Но ты привинти, попробуй, начни хотя бы крути. Но нет, ты стоишь с отверткой мамой в полнейшей растерянности. И что я должна подумать? Что я решить должна? Да, ты не принц, это ясно. Я тоже ха-ха, и не княжна. Мы оба друг друга стоили бы, кабы не пара весомых, но я не умею жить в стойле. А впрочем, мне все ли равно? Какая мне разница, где ты родился? Какая разница, где ты жил? С кем ты в детском саду водился? С кем ты в школе дружил? Поступил ли ты с первого раза в вуз? Служил ли в армии ты? Всех этих качеств, черт возьми, мало для мужчины моей мечты. Будет ли мне с ним интимно? Будет ли хорошо? Вот, к примеру, как будто на улице бы дождь пошел, а мужчина моей мечты открывает зонт. Интеллигентно, интеллигентно, никакой не понт. Он берет меня за руку, ведет в безопасное место, и вот тут я понимаю, все. Что за мужчина ты? Даришь ли ты цветы? Тащишь ли ты кусты? Кто у тебя в друзьях менты? Сколько раз подряд, скажи, ты сможешь отжаться? Не надо ли тебе власти скрываться? Ведь я озабоченная продолжением рода. Такая вот у нас у баб сволочная порода. Может дать тебе в руку головороты, болты. Вот тогда и выглядишь, что за мужчина ты. Скажите мне, девочки, мне просто интересно, сколько выпить может мужчина, так чтоб не треснуть, и взяли свои крови сосуд по литру крови в день, в час, в минуту. И надо мне выходить за этого замуж, я выходила замуж 2 раза. Я занималась дома, я содержала дикобраза, это ужасное животное, иголки зимой и летом. И хватит уже об этом, хватит об этом! Ты стоишь отверткой, исполненной крутоты. Если б мама твоя увидела тебя, она бы гордилась, как вырастут. Ты примите, попробуй, начни хотя бы крути. Но нет, ты стоишь отверткой, мамой полнейшей разделенности. И что я должна подумать? Что я решила знать? Да! Ты не принц, это ясно, я тоже как-то не ждал. Руки стоили, как бы не порой словом, но я не вижу стоили. А впрочем, все нервно, какая мне разница, где ты родился, какая разница, где ты родился. Я берет меня за руку, ведет в безопасное место, и луто понимаю, что... Для вас пела и плясала группа 9, город Москва и область, и Саратов. Художник по звуку Екатерина Власова. У рояля Анна Левковцева. Бас-гитара
Павел Матвеев. Ударная установка — Петр Талалай. Здравствуйте, меня зовут Валерий Померанцев. Я работник сцены в цыганском театре «Монтажный цех». Нет, я сам не цыган, но очень, очень люблю романсы, так что это работа, ну, в общем, жаловаться грех. У меня есть разные записи, я хожу на концерты разные, и дома с женой на два голоса мы тоже любим попеть, потому что романсы — это, мне кажется, это прекрасно. Романсы — это прекрасно, прекрасно же, правда ведь? Работа ехать не близко, со станции Куровская. Электричка, метро, троллейбус, но я ничего, привык. У меня небольшая зарплата, она здесь у всех такая, но здесь зарплата не главное, если говорить напрямик. Я иду на работу утром, вспоминаю утро седое, нивы печальные, снегом покрытые, вспоминаю я. И голубеет небо над моей головою, и золотеет солнце, и вертится земля. Работник сцены. Еду на электричке к вокзалу. Жена приготовила обед с собою. Желаю удачи, милой, сказала. И вдавленные в лавку мы едем. Токари, слесари, клерки, юристы, учителя, врачи, инженеры, малобюджетные артисты. Чтобы попасть на дату вовремя, надо успеть на 06:17. Конечно, нервы, конечно, трудно. И многие пьют, и многие злятся. И многие смотрят на меня с вопросом, когда я втыкаю наушники в уши и нажимаю пуск и регулирую громкость. И слушаю, слушаю, слушаю. Тебя зубило, лампочку я поменял, но не засветило. В этом есть акционизм, в этом есть идея. Всюду смерть и всюду жизнь. К жизни тяготею, к жизни тяготея я. Снова в магазине выбрал раму, выбрал клей, блестки и резину. Все сгодится в дело мне к выставке в Париже. Ready done, ready made. Так я это вижу. И пока ты лежишь тут крону на балконе, я, возможно, тоже тут на другом балконе. Вкрутит лампу кто-нибудь. Я с другим родился. Я познал иную суть. Я познал иную суть. Ей и потерял.
поделился, ей и 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 поделился. Артист приличный в этом случае, конечно, пойдет за кулисы, там вот это вот все, совершать мацион. Но мы не горды. Поэтому как бы приехали в Петербург, надо соответствовать, правильно? И сыграем вам, так сказать, лирическо-ироническую композицию, полную вообще воли к победе, которая и завершит наш прекрасный воскресный вечер. Завтра на работу, друзья. Пятилетки труда, в густой темноте, пятилетки труда, в густой темноте. Пятилетки труда, в густой темноте. Где? Где? Екатерина Власова, Анна Левковцева, Павел Матвеев, Петр Талалай. Меня зовут Чой. Группа называлась «Девять».